Всем привет, акулята! На связи Викуленок, и сегодня я хочу отправиться в очень страшную игру «Двери». Нас ждет что-то очень интересное и страшное. Кстати, ребят, спасибо вам огромное за подписки. Я смотрю, что вы уже даже стараетесь добавляться ко мне в игры. Это очень круто. И, кстати, не забудьте подписаться ко мне в Телеграм. Там я частенько пишу, что я иду играть, и вы, так скажем, будете в курсе, когда я в сети. Ну и, конечно же, так мониторьте по Роблоксу. Ну что, погнали? Насколько я наслышана, игра очень-очень-очень страшная, ребят. Фух. Ну что, ради вас я готова на все, тем более вы мне написали много-много-много-много комментариев о том, что я типа смела. На самом деле я не смелая, но для вас буду смелой. Ну что, ребят, вторая дверь, пока все выглядит очень даже не страшно. Так, собираем всякие полезные вещички. Нам повезло, мы нашли зажигалку. Правда, еще не знаю, для чего она нам пригодится. Отлично, идем дальше, ребят. Что-то как-то пока не страшно. Не знаю, может, все преувеличили насчет этих дверей. Но я, правда, дико волнуюсь. Вы, наверное, слышите это по моему разговору, потому что я даже путаю какие-то слова и запинаюсь. Фух, ребят, шестая дверь. Держим пальчики крестиком. Ой, кто-то стучал. Кто-то стучал, ребят? Или мне показалось? Или кто-то стучал? Так, ребят, я вижу, что-то такое блестит. Ага. Это какой-то рубильник. Ага, я, получается, совсем открыла дверь. Отлично, седьмую дверь открыла Викуленок. Так, может быть, посмотрим что-нибудь важное здесь. Ой, подождите, что это за звук, мама? Лучше спрятаться, лучше спрятаться, лучше спрятаться. А-а-а, что это? Что это? Вы это видели? Вы это видели? Кошмар! Я чуть не наложила в штанишки, реально, очень страшно, очень. Эта гадость, посмотрите, она полопала лампочки, и теперь вообще темно стало. Хантер! Ребят, нашего подписчика эта гадость сожрала. Капец! Как она так могла? Блин, как жалко. Ну, нам пора идти дальше. Блин, Хантер, прости. Ладно, идем дальше. О, Хантер. Привет. Слушайте, а Хантер-то у нас богач. Наверное, восстановился за робаксы. Что очень круто, потому что в этой реально... В этой игре реально страшно. Одному. Так, подожди, эта девочка залезла в шкаф. Я тоже хочу залезть в шкаф. Но я не нахожу шкафа, вообще весело. И он еще занят, короче. А! Мамочки! Что это было? Это какая-то гадякина была. Гадякина была. Блин, я от страха залезла в шкаф. А, или опасности нет, ребят? Короче, опасности нет, ладно. 17-я дверь. Так, дальше что? Ой, мама, звук какой-то. При непонятном звуке лучше прятаться в шкаф. Опять эта гадость пронеслась. Можно вылазить? Офигеть! Вуман убили. Ребят, получается, когда проносится эта гадость, всегда кого-то убивают. Я буквально в последнюю секунду, ну, успела заскочить в шкаф. И это меня спасло. Капец. Ну, ладно. Мой подписчик еще жив. Так, подождите, кто-то стучался или нет? Ладно, ребят, какой-то длинный коридор, мне это не нравится, слишком спокойно в этой игре. Давайте просто его пробежим быстренько. Так, 20-я дверь, ладно. Ну что ж. Что это было? Что это было? Надо прятаться или нет? Хантер, я забыла, как тебя зовут. Хамстер, Хантер, я забыла от страха. Надо было прятаться или нет, ребят? Я боюсь, я реально боюсь. Кто это бежит? А! Блин! Я вообще запуталась, когда прятаться в этот шкаф. Ладно, ребят, идем дальше. Мы нашли ключ от 22-й двери. Сзади вроде пока никто не бежит. Но я, если честно, я придерживаюсь мнения держаться возле шкафа. Это всякие пожарные, потому что эти гады, которые... Мамочки, что это было? Что-то упало? Ребят, я пока добегу, я реально седая буду.
у меня будут седые волосы, я вам говорю, это реально очень страшно, потому что здесь всякие вот эти вот штуки выскакивают вообще неожиданно, просто ты их не ждешь. О, зажигалочка, это круто. Так, Хантер меня ждет, что меня это радует, потому что одному здесь играть очень страшно. Шкаф, 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 мама, мама! Как страшно. Блин, я чуть выдержала этот момент, честно вам скажу. Так, Хантер, вылазь. Хантер. Чего, чего, чего? Что? Хантер, нет! Ребят, а что его могло убить в шкафу? Он же спрятался от этого привидения или что там? Как? Как его убило что-то в шкафу? А, подождите, может быть, у него было мало хп, и в шкафу кто-то на него напал? Может, какой паук или еще что-нибудь? Капец. И как мне теперь идти дальше одной? Я реально одна в этой игре, ребят, очень страшно. Как мне оставить Хантера? Он так мне помогал. Он даже робаксы потратил, чтобы восстановиться. Блин, Хантер, прости, но мне пора идти дальше. Так, ребят, но я продолжаю идти дальше. Ой, что-то моргает. Реально что-то моргает. Летит, летит гадина. Летит гадина. Страшно в этом моменте. Я понимаю, что я в шкафу, но мне все равно реально страшно. Ребят, реально страшно. Так, когда он прилетает, все лампочки лопаются, и свет моргает перед тем, как он летит. Поэтому как бы можно, наверное, предугадать, когда он летит. Так, блин, как здесь страшно, да? Как здесь все неспокойненько-то. Ладно, пробегаем, давайте быстренько-быстренько пробегаем этот коридор и идем к следующей двери. Так, давайте на всякий случай еще заглянем, вдруг что-нибудь полезное есть. Ну, мало ли, нам пригодится что-нибудь. 30-я дверь. Ребят, я дожила до 30-й двери, капец. Капец, я дожила до 30-й двери, как? У меня, правда, сердце бьется через раз, но я дожила. Ключ, 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 ключ. Так, открываем. Ай, вот эти вот звуки, это вообще капец, как страшно. Так, ладно. Кто это? Кто стучит? Так, 31-я дверь. 31-я дверь, темно. Ладно, мне пригодится зажигалочка. Так, ладно, 32-я дверь. Глаза какие-то лупают. Ой, так смешно лупаются. Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то моргает. Опять эта гадость летит, нет? Нет? Нет, все нормально? Мне показалось? Короче, я уже очкую просто от каждого шороха. Реально, ребят, от каждого шороха очкую. Так, 34-я дверь. Так, опять коридор. Пробегаем коридор, давайте, и бежим. Что? У меня же дар речи пропал. Что это за гадость? Нет, 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 нет. Боже, она за мной несется. Куда бежать? Куда бежать? Я застряла! Куда бежать? Мамочки, мамочки, помогите, помогите. Вот дверь. Отлично. Мы не спаслись, мы не спаслись. Я не знаю, куда бежать, ребят. 38-я дверь. 38-я, 38-я. И сколько он за нами будет бежать? Ой, что это за руки? Огнище. Что делать? Нет, меня затащили. Зато у нас есть попытка номер 2. И мне теперь будет не так страшно, потому что Хантер со мной. И, ребят, чтобы вам не было скучно, мы перематываемся сразу примерно в районе 30-й двери и продолжим проходить. Если, конечно, мы доживем до этого момента. Так, ну что, ребят, мы сейчас возле 27-й двери. Хантер со мной, все отлично. Мы еще живы. У меня даже целое хп. Это вообще нонсенс. Так, подождите, это длинный коридор, только без света. Вообще круто. О, боже. Пшикалка какая-то. Кто пшикает? Кто пшикает? Что? Нет! Что-то убило Хантера! Капец, надо убегать отсюда. 29-я дверь. Свет. Свет. Или я ошиблась? Или моргнула? Не-не-не-нет, я не ошиблась. Я не ошиблась. Как страшно. А вы видели, он туда-сюда бегал? Короче, ребят, я поняла. Долго нельзя в шкафу быть. Видите, оно как забирает жизнь твою.
Надо вылазить оттуда. Короче, долго нельзя сидеть. Вот почему тогда шкаф убил Хантера. Он долго сидел в шкафу. Фу, ребят, реально игра, она интересная и она реально сложная. Капец, какая сложная. Просто капец, какая сложная. Так, все ради вас. Я уже, правда, у меня уже все волосы от страха повыпадали. И я уже седая вся. С мокрыми штанишками. Но я все равно, я дойду докуда-нибудь. Не знаю, правда, докуда, ребят, но я докуда-нибудь дойду. Ох, а вот и наше чудище. Ну что, получится у меня в этот раз? Как вы думаете? Блин, как он страшно бежит. Так, согнуться сюда. А, мамочки, куда я в прошлый раз бежала? Сюда. Так, потом куда? А, потом вот просто прямо, наверное. А, мама, куда? О, эти глаза не притягивают. Капец. Пожалуйста, это последняя дверь, нет? А, я не туда побежала. Все, ребят, капец. Мне, наверное, капец. О, нет, я пробежала. Так, руки, руки. Надо с руками очень осторожно подальше от рук бежать. А, мамочки, вот сюда. Отлично, 41-я дверь. Все. Я оторвалась. Фу, ребят, я оторвалась. Капец. Ой, 49-я дверь. О, а это что за дверь крутая? Так, что-то мне не нравится. Давайте-ка мы тут посмотрим, может, тут будет что-нибудь полезное, прежде чем пойти в эту дверь. Мне это не нравится. Это какая-то не такая, как все. Офигеть! Кто это? Нет, пожалуйста, не трогай меня. Ребята! Офигеть! Вы видели, кто это? Шок! Я просто в шоке. Теперь это не просто испытание с дверями, это какой-то монстр, который здесь ходит. Хранитель библиотеки, что ли? Жесть. Но, кстати, от него можно здесь тоже в шкафах прятаться. Я в шоке. В общем, ребят, если вы хотите узнать, что будет дальше, подписывайтесь на канал. Мамочка, он бежит за мной. Ставьте лайки. И мы еще с вами увидимся. Рада была быть с вами. Всем пока-пока.